Так что, хочешь изменить мир? Для тебя есть дело. Эй, Тибон, я готов, чел. Меня аж трясет. Режим активист включен. Ну, как нам достать Блюм? Чего? Придержи джойстик, сынок. Да Блюм вам еще как до Китая раком. Даже со мной. Рэй, проводишь брифинг без меня? А как же наш уговор? Нет, просто не хотел мешать. Чему мешать? Фигня это. Давай, Маркус, брифуем. Ладно. Давайте мы... взглянем на главных сборщиков данных парней из Нудл. Любой поиск от скидок на тостеры до порева с бульдозером дает им новую инфу о вас. Основа профайлинга. Да, но сюрприз. Блюм уже наложил свои жадные лапки на все эти данные. Вот блин, это круто, Ситара. С помощью данных Нудл Блюм усилит кандидата, протянет новые ниточки. Если получить доступ к этим данным, можно скопом убить кучу зайцев. Я помогу. Нудл не хакнешь. Для этого нужно попасть на ферму серверов. А чтобы попасть туда, нужен доступ. Ты так просто даже на территорию не проберешься. Как ты думаешь, откуда инфа у нашего роба-зомби? А у тебя есть доступ? Нет, чел, я не высовываюсь. Мне и без того уже в спину дышат. Маркус мог бы сойти за их сотрудника. Нет, Ситара, не просто сойти за сотрудника. Расскажи ей все, Гораций. Их автобусы. Я нашел эксплойт в данных работников. Проведу тебя к автобусу, а тебе надо заехать внутрь. Мол, ты один из водителей. А, черт. Йоу, ну погнали. Ладно, да. За дело. Эй! В Нудл бесплатные салаты, фрукты и смузи. Все полезное бесплатно. Хочешь сладкого? Плати. Что дальше? В штат возьмут только веганов? А еще им там обеды готовят. Что? Ну вообще, элитарии какие. Гораций про это не говорил. Пусть принесет тебе тамошние хавки. Две порции. Рэй рассказывает мне все, что знает про прогу кандидат. Должна сказать, меня это все сильно пугает. Распознавание лиц, чтение эмоций, потоки данных Нудл. Это даже не предиктивный анализ. Это уже... Знаю, мне тоже не по себе. Мы давно уже под прицелом. Насколько все плохо? И каков масштаб бедствия? Гораций говорит, что Нудл — мастера компартментализации. Он понятия не имеет, какие еще разработки там идут. Тебе всегда все надо знать? Я слежу за их патентами. Меня заинтересовали автономные ховеркары. Наконец-то! Я за Блюмом по всей стране гоняюсь. А они думают, что гоняются за мной. Умный ход. Вряд ли они ждут тебя здесь. Умный ход — это двигаться дальше. Но я не из тех, кто всегда делает умные ходы.
Ну так что, чувак, ты с нами? А то, на игру Алоне я всегда готов сходить. Супер! Кэрол озвереет, когда узнает, что я ее место отдал. Ну что, ты готов? Погнали! С утра до ночи. Не сомневаюсь. Держи меня в курсе. Обязательно. Пробил для тебя место на парковке. Водитель каждый день все бросает и идет пить кофе. Красота. Ладно, слушай. Тут такое дело. Я заранее извиняюсь за все, что тебе предстоит увидеть. Ты шутишь? Мне выпал шанс увидеть твое альтер-эго, Гораций Карлин, офисный ковбой. Мне уже не кажется это хорошей идеей. Не ссы, стебаться не буду. Сейчас так, где тут GPS? Эй, сядь. Я сам, ладно, чел. Ладно, так... Так, GPS. Да я знаю, где GPS. Вверх. Понял. Вот так. Окей. Привет, как дела? Доброе утро. Здравствуйте. Привет, отлично. Привет. Что, Гораций, торопишься на автобус? Ну, что тут скажешь, я старательный. Так вот, свежие соки перевернули мою жизнь. Я буквально ожил. Прости, но соки не заменят упражнений. Ты не пробовал мой сок. Серьезно, тебе нужна мякоть. Вся польза в ней. Выжимая сок, ты просто пьешь воду с сахаром. Смузи куда полезнее. Фрукты, овощи, суперпища. Суперпища? Ягоды Годжи, порошок маки. Вот это все.
Учись у меня. Их польза научно не подтверждена, сам знаешь. Это полезно. С этим не поспоришь. Простой виноград – такая же суперпища, как твои годжи. Маркетинговый ход для привлечения покупателей. Без обид. Стыдоба. Знаешь, Маркус, иногда я хочу поменяться с тобой местами. А иногда, как сейчас. Спасибо. Меня аж тошнит от местного пафоса. А я-то блюмовцев планктоном считал. Привет, привет. Долго вчера сидел? Да. И пришлось есть в ресторане суши. Меня потом тошнило. Отвратительная забегаловка. Мерзкий соевый соус. Первый раз видела такие роллы с тунцом. О, да они чуть менее, чем худшие. Чуть менее? Есть вещи и похуже. Ну ты даешь, конечно. Гораций, бро, мне страшно. В чем дело? Они совсем другие. Это же долина, бро. Эй, как зовут черного, которого окружили тысячи белых? Как? Президент. Они видели нас вдвоем, решат, что это заговор. И будут правы. Чувствую себя... голым. Гораций, привет. О, добро пожаловать. Кроме меня здесь только трое черных. Два парня и девушка. У нас свой адрес рассылки. Жестко. Но ты меняешь имидж целой корпорации. Хорошее дело. Ха. Суть корпоративной жизни раскрывается, когда ты сидишь среди белых и в одиночку представляешь всех черных на совещании. Боже. Эх, давали бы мне по 5 центов каждый раз, когда хвалили за красноречие. Где серверная фирма? Увы, не здесь. Она находится под зданием Noodle Maps. Чтоб туда попасть, нужен другой уровень доступа. Для этого тебе наверх, к менеджерам. Просто повтори то, что ты сделал с автобусом, и получишь все, что нужно. Пойдем на кухню. Нужно заправиться перед трудовым днем. Эй, кофейку? А, нет, я так. Да, и попробуй граблока. Они просто супер. Чувак, спасибо тебе большое. Да, фигня. Карлин? Брауди? Сегодня важный день, да? Я волнуюсь. А ты? Или можешь просто рассказать нам, что ты задумал? Что искал, с кем говорил? Я хочу налить кофе, ты говнюк. Что-что? Хочу налить кофе. Да, я понял.
Надо тебе быть повежливой с отделом кадров. Пей свой кофе. Осторожней! Новенький? Да. Чмо. Отмудохать бы его. Терпеть не могу этого. А, Бекки! Господа! Он меня пасет с первого дня, как я сюда пришел. А теперь говорит, надо быть повежливее с отделом кадров. Думаешь, у него что-то есть? О, черт. Ты хоть представляешь, насколько меня упекут? Если проберусь на ферму серверов, сотру все нахер. Мы с тобой, бро. И ты не сядешь. До связи. Лады? Давай. Давай. Граблоки, блин. Гораций, как нам попасть в серверную ферму Нудл? Лучше через зону техобслуживания лифтов на втором этаже Нудл Мэпс, но осторожно. Приятная охрана серьезная. Даже мне туда нельзя. Уверяю, фигня. Это не больно. Сканирую. О, приветик. Благодарю за участие. Ого! Можно просканировать вас? В процессе. Здорово! А? Благодарю за терпение. Ха. Слышали? Да, жду не дождусь. Вы были выбраны случайным образом. Недостаточно. Ты! Тварь! Конкретней. Быть того не может. Ну, ладно. Что это было? Так, я теперь Лора Ким. Как мне попасть в Noodle Maps? С ее пропуском. Ты пройдешь туда. Без проблем. Да ладно. Серьезно? Можно просканировать вас? Похоже, сломано. Охрана в Noodle Maps серьезная, будь осторожен. Эй, расслабься, я же Лора Ким.
следующего. Основная задача Нудл. Мы не управляем переменами. Мы и есть перемены на макро, микро и даже атомном уровне. Наши пользователи не просто данные, а движущая сила. Участие потребителей – это не рекламная уловка. Это то, что нас связывает. Всех нас. Разработчиков, дизайнеров, пользователей. Ради общей цели. Что за черт? Что? Нет! Боже мой! Тише! Господи. Что это? Рут! Thank you.
У нас вагон времени, не спеши. Спокойно, я почти добрался до шахты лифта. Лифты, так можно попасть в серверную? Да, но не тебе. Защита с распознаванием лица. Тебе в зону обслуживания. Помнишь, у нас был план? Ладно, ладно. Чувак, я добрался до лифта. Гораций! Он отключился. Подожди, мы его ищем. Ситара, тут тупик. Мне нужен код Горация, чтобы попасть на ферму. Вы нашли его? Есть его GPS, но он не отвечает. Подключаю. Водосклава достаточно, чтобы посадить тебя. Просто скажи это сам. Ты не представляешь, как сильно я хочу услышать, что ты слажал. Друг, я не хочу быть плохим полицейским. Ладно. Между нами девочками вот что будет. Тебя посадят за кибертерроризм. Это неизбежно. Но если ты будешь сотрудничать, быть может, срок скостят. Что? Как? Как так?
Кто вообще слушает эту дрянь? Что это? Как я ненавижу эти штуки. Да они милые. Нет. Все. Все, это просто цирк какой-то. Куда смотрят чертовы айтишники? Вы подключили все, что есть в здании, к одной сети, даже гребаные игрушки. И думали, что все будет в порядке? Да. Ладно, и вот подсказка. Нет, не извиниться. Просто займитесь этим немедленно. Да? Ты думаешь? Знаю. Ага. Правда? Да? А, ясно. Мы как я раз... Я знаю. Гораций Карлин, вы выдвигаете серьезные обвинения. Я подготовила спецкомнату. Но улики говорят сами за себя. Мистер Карлин, я попрошу вас проследовать за мной. Потерпи, Гораций. Держись там. Нет. Это он. У них серьезная защита.
Есть! Все данные Нудл теперь наши. Я сваливаю, но Гораций, похоже, встрял. Поможете ему? У нас есть полный доступ ко всем компам в Нудл. Компу Горация и компу Броуди. Есть у меня одна идея. Ну, выкладывай. Все. Посмотрим, как дела у Горация. Мне очень жаль, что вы решили не сотрудничать с нами. Я бы настоятельно рекомендовала вам нанять адвоката. Да? Удалось перехватить ввод? Понятно. Спасибо. Мистер Карлин, я прошу у вас прощения. Судя по всему, мы совершили большую ошибку, я... Какой сюрприз! Прошу прощения, да вы можете идти. Рад, что все в порядке. Это ошибка! То есть... Мистер Гудейл, сядьте сейчас же! Я не... Так, я не думаю, а что... А ну, сядьте! Жесть. Гораций, все хорошо? Лучше, чем хорошо. Где ты? Встретимся у автобуса. Я в зале системы охлаждения. Есть идеи, как отсюда выбраться? Вообще без проблем. Там где-то должен быть дренажный канал. Вот по нему-то можно выбраться наружу. Клёво, спасибо. Клава Горация теперь за Гудейлом? Никому не позволю безнаказанно обижать Горация. А ты коварный, Ситара. Благодарю за комплимент. Хот-дог и газировка. Блин, мне скоро придется дом перезаложить, чтобы сходить с пацаном на бейсбол. Надо кнопку нажать. Ты не нажала? Здорово. Не нажала. Йоу, а как там передача? Класс, Маркус! Класс! Блюм определенно присосался к Нудл. Они даже дали Нудл частичный доступ к контенту. Мир, дружба, жвачка, ага. Но от этого за милю пасет душа нам. То, что Блюм сотрудничает с Нудл, находка века. Но мне от этого не по себе. Да ладно, парни из Нудл ничего так. Салют, давайте, Горации. Наслаждайтесь. Только пиво мне оставьте, лады, Рэнч? А мне нужно кодить... код. Эй, спасибо за все, что ты сделал для меня, бро. Ага. А сейчас давай, вали отсюда. Ты же людей нервируешь. Что? Кстати, попробовал граблока? Супер, да? Моих источников
Уверяю, это не больно. Мне кажется, у тебя много ценной информации. Давай. Расскажи мне все про Дэдсек. Еще пара секунд. Разрешите вас просканировать. Я пытаюсь понять, почему Нудл сотрудничали с Блюмом. Конечно, преимущества есть, но рисков намного больше. Тут вопрос в том, насколько Нудл считает эту сделку выгодной для Блюма. Если так пойдет и дальше, они станут конкурентами. Наверное, хотят держать врагов поближе к себе. Да, мало кто заметил, но когда в 2008-м ударил кризис и все разорились, Блюм единственный, кто наварил на нем бабла. Много бабла. А это интересно. Причем все по закону. Они написали алгоритм, который вывел их в лидеры. И теперь эти толстосумы ставят по всей стране CTOS. Лаборатории строят рядом с Bloom Financial. В Нью-Йорке и в Лондоне. Мы стряхнем Bloom. Начало положено. Как думаешь, что душа нутит? Здесь все-таки Кремниевая долина. Не хухры-мухры. Головастых ребят хватает. Он что, серьезно возомнил себя самым умным? А, да, он такой. Ох, как же я хочу его завалить. Я тоже. Родители хотели, чтобы я устраивалась в Нудл. Правда? Я даже их мудреный тест по аналитике выполнила. Слышал, он очень трудный. Не расстраивайся, что не прошла. Иди ты. Я набрала 96%. Ого, да ты мозг. Какой результат у Горация? Я свой ему сказала, а он не свой, нет.